Канава превратилась в горячую реку. Такую картину наблюдают на одной из улиц в городе Большой Камень. По словам нашего мобильного репортера, там уже несколько месяцев не могут устранить прорыв на трассе горячего водоснабжения. У нас здесь была авария когда-то, вот, и уже больше 3 месяцев, даже больше, где-то летом, вот здесь, видите, все нарыто, вот, здесь нарыто, с той стороны рыли. И вот уже больше 3 месяцев здесь течет горячая вода, за которую люди платят деньги по стоку. Вот у нас идет горячая вода, и товарищи-коммунальщики додумались очень просто. Вот мы подходим сюда, я смотрю, они сделали вывод трубы, вот мы смотрим. И вот эта горячая вода прям течет, и ничего уже сделать не мог. Парящая яма уже около недели зияет в центре Спасска Дальнего. Все это время коммунальщики не могут устранить последствия аварии. Углубление заполнено кипятком. Ограждение есть, однако местным жителям оно кажется недостаточно надежным.